Не сразу. Всем привет, город Крымск. Час езды до моря. Сейчас на обзоре будет кирпичный дом. Дом с красного кирпича. Видим, цоколь высокий. Инфраструктура вся в шаговой доступности. Вот такой дом. Крыша, видим, новая. Сейчас вам покажу крышу. Тут много деревьев просто. Крыша, видим. Вот она новая. Квадраты оставлю в описании. Есть гараж. Очень удобно заехали здесь. Либо под навесиком поставили машину, а либо можно заехать в гараж. Участок 13 соток. В Крымске мало домов, где столько много земли. Вот это все продолжение гаража. Здесь зона отдыха. И справа получается вот эта банька. Зона отдыха под навесом. Здесь также вот есть декоративный прудик. Банька тоже из красного кирпича. Очень много фруктовых деревьев. И, кстати, банька идет с бассейном. Так, здесь получается топка. Света нету. Облицована вагонкой. Здесь видим бассейн. Вот такой купель. И здесь парилка. Ну, света нету. Поэтому здесь плохо сейчас будет видно. Ну, банька такая хорошая. И вот глубокая купель. Так, дальше сейчас покажу участок. На участке также очень много фруктовых деревьев. Канализация центральная, вода центральная. Видим елка. Вот получается до сетки граница участка. И здесь вот сетка. Так, дом выходит на две улицы. Здесь ветхая постройка, ее можно, конечно, снести. И в конце участка еще одна постройка. Ну, там, наверное, что-то держали. Но ворота идут на вторую улицу. То есть с этой постройки можно сделать гараж. Ну, либо снести и сделать въезд, навес. Хоть что. То есть вот видим ворота. Это уже следующая улица. Улица, видимо, асфальтированная. Так, грецких орехов. Наверное, дерево 3. Также вот видим груша. Орехов много попадало. Это груша. Тихий район. Сейчас пройдем, покажу вам дом. По соседству халуп нету. Все дома кирпичные. Вот елка или елка. Также есть виноград. Так, двор получается брусчатка. Так, здесь крыльцо, получается, 4 ступеньки. Крыльцо в кафеле. А правая зона, это здесь, получается, кухня, санузел. Так, заходим. Здесь коридор, прихожая. Пол, кафель. И здесь, получается, вот так вниз спускаемся. 3 ступеньки. Так, слева, получается, туалет. Туалет, умывальник. Справа кухня. Кухня вот такая. Все остается. Так, еще один умывальник.
стиральная машинка. Свет включу. И здесь ванна. Ну, можно еще сделать душ, кабину. Свет включил. Дом большой. Дом для большой семьи. Места достаточно. Сейчас покажу жилую часть. Так, получается раз дверь, вторая, третья, четвертая. Слева получается зал. И через зал идет еще одна комната. Сейчас вместе будем считать. Так, справа получается небольшая спальня. Одно окно. Потолки все высокие. Здесь можно сделать гардеробную. Одно окно. Двери все МДФ со стеклом. Так, здесь еще одна комната хороших размеров. Два окна. Потолки высокие. Здесь раздвижные двери. Здесь получается зал. И через зал еще одна комната. В зале два окна. Потолки тоже везде высокие. Еще одна комната тоже хороших размеров. Света достаточно. Эти окна выходят на улицу. Очень много зелени здесь. Сейчас выйду еще на улицу. Домов по Крымску много. Дома начинаются от 3 миллионов. 3 миллиона это Саман. От 3 до 4 миллионов это все Саман. Здесь дом получается добротный, кирпичный. Перед входом идет навес. Навес поликарбоната. Цоколь с камня. Декоративный камень. Места достаточно. Улица широкая. Вот я вышел на улицу. Вот так дом выглядит с улицы. Система водоотливов также есть. Все в зелени. Все, цену оставлю в описании.